Трансляции спортивных турниров 23-й зимней Олимпиады на территории Казахстана осуществляет агентство «Хабар». Вот уже 18 лет наш телеканал получает лицензии на показ игр и дарит возможность телезрителям первыми узнавать о всех спортивных победах. Впрочем, роль национального телевещателя Олимпиады – это далеко не единственное отличие крупнейшего телесемейства страны. О том, чего мы добились в прошлом году и каких вершин намерены достичь в нынешнем, руководство агентства «Хабар» на неделе отчиталось перед телезрителями во время специальной пресс-конференции в службе центральных коммуникаций. Телесемейство «Хабар» как признанный лидер отечественного телеэфира. Это 4 канала. Старый добрый «Хабар», вещающий уже 22 года, трехязычный «Казах ТВ», который знают в 118 странах мира. Оперативный круглосуточный «Хабар-24», а также всеми полюбившийся киноканал «Ел-Арна». Вместе это самый известный телевизионный бренд Казахстана с отечественными телесериалами и мировыми хитами кинематографа, яркими шоу, социальными программами и главными новостями страны, в которых освещаются как политическая, так и общественная жизнь Казахстана. В 2017 году телеканалами агентства «Хабар» была продолжена активная работа по производству контента для самых разных сегментов аудитории. Основной акцент мы сделали на программы социального направления, на общественно значимые темы. Была увеличена доля информационно-аналитических программ, а также познавательных и публицистических проектов. Особое внимание мы уделяем освещению политики главы государства, послания президента, программной статьи Рухани Жангру, а также всех направлений государственных программ, проводимых в нашей республике. Творческие коллективы телеканалов в постоянном поиске новых подходов. Главный упор сделан на отечественные программы и кинокартины. Только в прошлом году по заказу «Хабара» было снято 14 сериалов. Среди них исторические картины, мелодрамы, детективы и комедии. В этом году своих зрителей телеканал «Хабар» порадует новым историческим экшн-сериалом, повествующий о жизни казахских батыров начала 17 века. Приятные сюрпризы для зрителей в 2018 году готовит и «Казах ТВ». В эфир телеканала выходит более 60 цикловых телевизионных проектов, и контент регулярно обновляется. Также на сегодняшний день мы ведем переговоры о включении ряда программ телеканала «Казах ТВ» в каталог компании «Discovery». Работа в режиме 24/7. Прямые включения из разных уголков мира и новости, которые обновляются каждый час. «Хабар-24» – это первый и пока единственный канал, работающий в таком формате. В прошлом году в его эфир вошло больше 37 тысяч новостных материалов, а журналисты провели почти 1000 прямых включений. Количество наших корреспондентов за рубежом растет с каждым годом. На данный момент их 17. Наши зарубежные сапкоры работают в Восточной Азии, Западной и Восточной Европе, на Ближнем Востоке, а также в Южной и Северной Америке. Стремление постоянно совершенствоваться и не останавливаться на достигнутом всегда было отличительной чертой агентства. По итогам прошлого года 70% сотрудников прошли обучение и повысили квалификацию. Сегодня порядка 1200 работников агентства ежедневно создают уникальный контент, который может удовлетворить запросы самой искушенной аудитории. А это 99% телезрителей страны. Назым Гулькум Испаева, Батырбек Гадильбеков, Жетикон.